Что жители Дагестана, и в частности магазин, который будет торговать бытовой техникой, кредитом, как вы думаете об этом? Ваше личное мнение? Это очень удобные для наших дагестанцев условия, чтобы они могут приобретать то, что им нужно, и выплачивать по своей возможности, которые они будут. А вот сейчас, до нашего магазина, какие условия кредита у вас, можете сказать? Ну, я не брала кредит, но слушай, там какие-то документы, оформления, это целая история лучше. Но люди как говорят, что сложно кредит сейчас получить? Кредит получить. Вот товар купить кредит, не получить деньги, а товар купить кредит. Сложно почему? Не сложно. Страх товары.